Юрий Николаевич Любопытнов родился 30 апреля 40-го года в Хотьково, родному краю, он посвятил всю свою жизнь. На литературном поприще дебютировал еще в армии со стихотворением «Приказ» в окружной газете. Юрий Любопытнов закончил журфак МГУ, прошел путь от журналиста до редактора заводской многотиражки. Затем работал заместителем редактора районной газеты «Вперед» и в газете «Колокол», во все времена оставаясь профессионалом. Любопытнов – автор сборников рассказов «Седой», «Три месяца лета», исторической трилогии «Золото викингов» и многих других. Юрий Николаевич считал себя счастливым человеком, говорил, что сбылась главная мечта жизни – стать писателем, что неудачи его не сломили. Он безмерно любил свой край, поэтому и большая часть произведений связана с малой родиной. Хотьково, Радонеж, Сергиев Посад – такие близкие и любимые. Он хотел больше знать об их истории, чтобы рассказать последующим поколениям о красоте родных мест. Последней изданной книгой Юрия Любопытного стал сборник очерков «Мое Хотьково». Огромный труд, который включает в себя легенды и предания края, рассказы о жителях Сергиево-Посадского района, краеведческие заметки. Этот город, как говорится, явился тем местом, откуда я черпаю вдохновение для своих художественных произведений.